Всем привет! Сегодня, как всегда, прохождение кампании со центральных держав. Экспедиция в Северную Африку за освящение Римской империи. Миссия является золотой. Почему выбрал здесь Софию? Потому что у нее есть вот эти вот специальности для развития фортов. Наносит больше урон, то есть прямо впритык с этим вот маленьким фортиком. Фортик сам напал на Софию и сам себе подорвал там. Элементы для кавалерии. Пехота тут самая слабая. Все бьют пехоту. Колями всегда вырубают артиллерию вражескую. Чем больше мы ему нанесли урона, тем меньше артиллеристы будут нас атаковать, и урон будет меньше. Всегда старайтесь уничтожить сначала артиллерию. Если это не повредит больше никаким действиям тактики или ходам прохождение миссии. Будет уничтожен вот этот вот порт, чтобы наши корабли могли безопасно поплыть. Пулемет наносит больше урона кавалерии. Имея много сведений о войсках, нужно научиться правильно их использовать. Это дает больше возможностей, больше шансов, так сказать, на победу. Когда все это знаешь, и не надо смотреть на видео прохождения, будешь сам разбираться, как где пройти. Также здесь в этом году мне получил пистолетик. Я уже его купил. Плюс 6 кавалерийские атаки. Установил Бертье. Это идеальное сочетание для Бертье, по-моему. Седло дает. Плюс ходы 2, по-моему. И пистолет плюс 6 урона. Движется легко, у него есть география, что позволяет передвигаться в любом месте, кроме рек. И рек обязательно нужны мосты, чтобы их быстро проходить. А горы и леса все проходит очень быстро.
как я уже говорил, Джон Кавалери принял 8-5-ный урон. Смотрите, София здесь, а где-то форта. Но выскочив форт, сам атакует Софию, а София не будет тратить ход на форт, лучше ударить по вражескому генералу. Добрый час или как, не знаю, не важно. Не представляет угрозы. Это здесь были кораблики вон. Форт сам атаковал Софию и получил хороший тюбелей. А София уже не потратила очки жизни. Огромное преимущество Софии перед фортами. Так, едем дальше. Едем на контакт Берии. Артиллерии по артиллерии. Тяжелая артиллерия выпила. Так. Здесь попробуем вот так. Неплохо. С их стороны тоже неплохо. Вам советую окружать и убить. Лучшая тактика. Снижай их атаку и зашли. Я что-то беру аптечки, потому что сейчас за счет рекламы все это можно себе позволить, а раньше приходилось проходить без этого вот всего долго. Это надо думать больше. Не устраивает так вот. А вы думаете сами, как играть с аптечками или нет. Если это держится, лучше минусы. Траты, аптечку можно продать, медальки получить, но в принципе мне уже не нужно, не нравится доната, слотов мало, почти все докачал.
такого сделал, чтобы корабль вышел из порта. Попробуем. Посмотрим, выйдет или нет. Кавалеристов. Потому что самая дешевая кавалерия. Боятся ее истории. Только надо бояться ее длинных ходов. Так, ловко мне поддались. Ну, ничего страшного.